21 век – век инновационных проектов, развитие технологий будущего. Московский государственный институт электронной техники – лидер российского технического образования. МИЭТ – ведущий университет России, готовящий специалистов в области микроэлектроники, нанотехнологий, телекоммуникаций, информационных технологий, а также экономики, лингвистики и дизайна. Благодаря высокому качеству подготовки, МИЭТ позволяет студентам получить качественное образование по наиболее востребованным и перспективным направлениям. Выпускники университета успешно работают как в малых инновационных фирмах, так и в крупных международных компаниях, а также имеют собственный бизнес. Выпускники МИЭТа пользуются высоким авторитетом у работодателей. Их уровень высок, и это позволяет нашим выпускникам работать успешно по всему миру. Университет расположен в Зеленограде, уникальном центре микроэлектроники. Город занимает особое место среди российских и европейских центров высоких технологий. Мы предлагаем абитуриентам широкий выбор различных направлений обучения. Ваша задача, уважаемые абитуриенты, успешно сдав ЕГЭ, сделать правильный выбор. А мы вам поможем стать высококлассными специалистами и успешными в жизни. На сегодняшний день в университете обучаются студенты из большинства регионов России. Мы всегда идем в ногу со временем и стараемся быть даже на шаг впереди. Поэтому мы сотрудничаем с ведущими мировыми компаниями в области электроники и информационных технологий. У нас создано более 20 совместных учебных центров. Это позволяет нашим студентам получить доступ к самым высоким технологиям, обучаясь в МИЭТе. Сотрудничество МИЭТа с ведущими вузами Европы, Азии и США дает возможность студентам, аспирантам и преподавателям участвовать в программах международного обмена. На данный момент в ВУЗе обучается более 250 иностранных студентов из 19 стран – Мьянмы, Германии, Болгарии, Китая, Белоруссии, Украины и других. В институте реализуются разнообразные программы параллельного обучения. Учась в МИЭТе, студент может одновременно получить второе высшее образование, что делает его более востребованным на рынке труда и помогает в дальнейшей карьере. В университете учащиеся также имеют возможность освоить передовые компьютерные технологии и получить сертификаты мировых компаний, лидеров в области электроники и информационных технологий. МИЭТ – крупный учебный центр, современный научно-инновационный комплекс, объединяющий ресурсы для максимально тесного взаимодействия образования, науки и производства. Основные области научных исследований в МИЭТе – это нанотехнологии, информационные технологии и телекоммуникации, микроэлектроника, информационные управляющие системы и комплексы, микросистемная техника, биомедицинские системы и другие. Современная инфраструктура МИЭТа позволяет студентам быть разносторонними и успешными. В свободное от учебы время студенты могут посещать спортивные секции и творческие коллективы. В клубе университета, молодежном развлекательном центре, студенты занимаются КВНом и танцами, участвуют в традиционных студенческих и городских мероприятиях, поют в хоре, играют в студенческих театрах. Спортивный комплекс университета включает в себя стадион, бассейн, теннисные корты и крытые спортивные залы. МИЭТовцы – победители спортивных соревнований различного уровня, постоянные участники культурных мероприятий. Перспектива России в развитии высоких технологий и высокотехнологичных производств. В МИЭТе, в Зеленограде созданы для этого все условия. Дорогие абитуриенты, будущее России и ваше будущее в ваших собственных руках. Приходите к нам учиться в МИЭТе.